Новое сведение по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Как сообщает прокуратура, правоохранителям удалось задержать мужчину, который принимал активное участие в массовых беспорядках в тот день и около 3 лет скрывался от следствия. Правда, на чьей стороне выступал подозреваемый, евромайдановцев или антимайдановцев, в ведомстве не уточнили. Как мне сообщили и имени задержанного. Я напомню, в результате уличных волнений и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе погибли 48 человек и около 200 получили ранения. Расследование и поиск виновных в этой трагедии продолжаются до сих пор.